Так, продолжаем наш ФФА сериальчик. Еще предложение от Феонора. Да блин. Видите, атакуют меня. В линейке апнемся. Так, в Ратамагусе. Знаете, может, какую-нибудь армию, что... Хотя, так, фабрика раз, два, три, четыре, дотягивается. Давайте, наверное, продолжим строителей пока здесь. Вообще, надо больше кампусов. У нас же сейчас в кампусах строится все быстрее, по идее. С другой стороны, денег нету нифига. Я же тут апать хочу. Мне кажется, Фругал на меня хочет напасть. Что? Я говорю, почему мне кажется, что Гал хочет на меня напасть? Я на Кабул хочу напасть, тебе прямо скажу. Знаю. Ну хочешь, дружбу заключу. Ты не боялся. Так, у меня 5. А Маскат что дает? Довольство в городах с центром коммерции. Ой, я бы его засоюзил. Меня где-то что-то атакует. Наверное, скаутов тут где-то. Так слушайте, тут целый континент. Руины да, еще даже не собраны. Даже говоришь, что там будет новый мир. Но обычно, когда 6 человек на одном континенте, то есть какой-то, который практически пустой. А что тут так? А, блин, он Лугдуном... Я только сейчас увидел, что Лугдуном у нас без пресной воды вообще. Охренеть. Мне даже акведук некуда поставить в нем. Вау.
Мне надо пушек дождаться хотя бы. Блин, ну монитор, блин. Она тоже читала ученого. Ну надо, чтобы тут две бомбарды стояло, и тогда, наверное, начну даже еще без апа. 60. Вообще надо апнуть. У нас хоть и не божество, но для... И у нас три линейных пехотинца надо все равно сделать. Да еще вот эти каменоломни обработать. Блин, эту каменоломню я все время забываю про нее. А, вот где меня тут зажимают. Точно тут какой-то континент с руинками. Здорово. Экономика, баллистика, канализация, электричество ускорили. Так, тут что-нибудь меняем, но улучшение оставляем. Первый посол надо сменить пока. Ну и, наверное, этих можно убрать. Давайте олигархическое наследие поставлю. Потому что у меня захватили шпионами, просто шпионами делать нечего. Так, ну что? Ваниль и уголь дают электричество. Блин, фига себе, кто-то 312 монет у меня спер. Нормальненько. А, ну понятно почему. Посмотрите, сколько веры в ход у Нубии. Ну там пустыни хорошие. 526. Вау. И не только Шенгити. Так. Тут уже может какой-то район, наконец. Да и военную академию, в принципе. Военную академию давайте. Торговца дали. Приятно. Из Рима отправляем. У нас священные места только в Риме и в Адуатуке. А у нас, соответственно, наше верование дает нам плюс 2 золота со священными местами и созданием. То есть, грубо говоря, мы будем получать плюс 8, что ли? Блин, жалко, не пишет. Ну, короче, вот из этих плюс 18, по-моему, плюс 8
должно... Плюс 2 золота со священной и 2 золота за каждое здание. Каждое здание у нас 3, ну да, 6, плюс 8. Просто плюс 8 имеем с этих торговых путей. Там, конечно, Испания кучу бабла зарабатывает, но мы хотя бы с наукой не так все плохо. Да, угольная электростанция дает бонус к промке, равный бонусу за соседство промзоны. Именно так. Так, блин. Боюсь. Я бы начал, если бы вот тут стрелец и пикинер не стал. Мне надо сюда что-то всунуть. Поэтому давайте пока... Это до кирасы апну. И это до пушки. Вот это значит до кирасы еще. Пока деньги есть. Пока стоим. Мне надо сюда юнитом каким-то зайти. Чтобы к бомбардам не было доступа. Угу. Так, значит, мне в Наведуне еще надо будет делать. Или даже, наверное, в Занзибаре лучше. Раз, два, три, четыре. Да, в Занзибаре лучше. Из Рима будет сюда добивать. В Занзибаре фабрику. Блин, ну в каске нету смысла выходить, у нас мы нефть даже не открыли. Бибракс, Адуатука. Знаете, в Наведун, наверное. Отправить караваны из Рима. Так, пожалуйста. Кабул убери отсюда, стрелять. Вот, спасибо. Спасибо. Так, наверное, сюда линейным. А, не влазим. А, я ж войну не объявил. Ну, что за хрень? Блин, я зря тут вырубил тогда краба. Так, лишний караван. Но это мне дали из руинки.
Не то, что я лишний построил. Двенадцать производства. Блин, тут улучшить его можно. Блин, а где бы нефть? Вообще пошли в химию, конечно. Или в нефть. Нет, давайте в химию, потом в нефть. В смысле пуста у нас? Плюс 75. Это я просто так потратил все деньги. На ап. А смысл? Не знаю. Ему Кабул, видимо, очень нужен. Кабул. Ну, типа, если ты его берешь, ты нападаешь на меня. Я потом на Болонью думал идти. О, как мне сейчас в тему. Японец просто с нифига, по-моему, сейчас. Я говорю, я ж тебе дружбу предлагал. Ну ладно. Хочет воевать, будем воевать. Что поделать. У нас тут с энергией. Да, вот у нас остаются вот эти города. И, собственно, тут, если мы стоим... Раз, два, а три, серьезно? Да. Мы еще со скифом в союзе? Военном? Ну, да. Не, подожди, по-моему, не в военном. Или в и военном? В военном? Сейчас... Были в военном, но сейчас в культурном. Я почему тогда война пошла? Ну, потому что мы просто в союзе. Но не в военном, мы в союзе. Я полагаю, на мониторы. Предлагаю, не начисляет ученых. Окей. Кстати, на какие эпохи ген? Ну, должен быть на эти, я думаю. Возрождение промышленной эры. Ну, да, на последнее, что у меня есть. Что надо мне? Линейки, бомбарды и пушки. Таки раз. То, что надо, генерал, короче, набился. Кто там так в торговцев влился? А мониторы?
Так, как нам тут лучше поступить? Так, еще два хода до часовни Великого Магистра. То есть мне надо корпуса сделать из бомбард. Так их, мне кажется, не стоит вести, так что пускай лечатся, я думаю. Этого тоже сюда спрячем. Кэт, предложение. Все, все, все. Спасибо. Ладно, медиалан. Осуждает. Туканчик объявил войну. Кстати, по поводу Токугавы, в этот сериал Сёгун смотрите? Нет. Что надо, вроде говорят, что прикольный. Ну да. Типа как Игры престолов, только на самурайский лад. Так, надо было, наверное, тоже и армейку подстроить, типа кирасов. Ну, то есть мне надо подстроить то, из чего я сделаю корпуса. Пушки. Надо пушки даже лучше подстроить. Что за урон? Ну, олигархическое наследие. Так, а где-то у меня еще должна быть пушка, нет? Ну или арбалет. Странно. Странно. Нету карточки. Ну ладно, пока так строим. Ему, кстати, вот он пошел грабить мне кампус, хотя ему, конечно, надо было правительственную площадь грабить.
О, слушайте, у нас еще серебро, возможно. И у нас еще на слоновой кости можно будет производство поставить. Sweet. Мой подрелем убил варварский айронклад. Ну, это бронемастец. Так. Как мне тут... Где я сейчас куплю бомбарду, интересно? А, типа... Блин, как это лучше сделать? Так, давайте в Адуатуке... Купим. Бля, вообще забавная штука. Есть полководец, который обращает этих варваров. И типа, когда на него наводишься, то он выделяет белыми клетками, где они вообще находятся. Даже если ты не видишь на карте их. Читы подъехали. Так сделаем. Да, вот так. Сюда подойду, сделаю тут корпус, и этой подойду. Варвар японский, ты чё там эти универы ломаешь? Быдло необразованное. Ты чё, попутал? Чудо построить. Я вообще хочу какое-нибудь чудо. Биг Бен. Спасибо. А будет прикольно не дать Испании. В Рим вообще.
Ну тут просто нечего строить, кроме раунда. Можно шпионов, правда, еще. Культуру надо сделать. Блин, я реально не успеваю ни хера делать. Блин, слушай, Скиф, ты своими конями тут мне мешаешься. Тебе обязательно вот все четыре кони, чтобы в одном месте бегали? Я их рассредоточил чуть-чуть, еще мешаю. Нифига ты не рассредоточил. Ну да, вот ты встал на тот холм, который я обработать хотел. А, сорян, я уйду сейчас. Блин, она стрелять могла. А, у меня же тут генерал. Я забываю, что у меня генерал тут действует. В этом есть одна проблема. У меня нету селитра вообще нигде. Тебе продать? Испанец, а что тут за фрегат стоит? Около дурак Кортору, может, сколько ходов. Он я не успел ходить, чтобы видел. Нет, нет. Ты бы просто видел, что происходит тут у меня на территории. У меня тут миллион просто этих апостолов в Нубии. Так, предлагаю отложить производство, чтобы... Сразу можно было лабы делать. Блин, играет тут человек за него, я бы давно потерял свою религию. Ну, вряд ли корпуса будут у японца. О! Плюс 3 к деньгам и еще и нефть сразу вижу. И чё, нету? То есть я даже на открытой территории... А, три нефти в ход просто. Блин, слушайте, я сейчас смогу апнуть в этот
в каске. Это даже лучше, чем... Я думал, там она открывает нефть. Так, мне пригород давным-давно нужен. Лаба. А, уже это не действует. Но все равно лабы надо строить. Так, главное сейчас не потратить деньги куда-нибудь. Не, Кардив не хочу союзить. Он мне мало будет давать. Скифа-самурая ты убил, да? Угу. Спасибо. Не знаю, что японец напал. I have no idea. Вы знаете, что стоит Нубия? Лучников? Космопорт. Ух ты, ни хрена себе. Нормально. Да блин, ну что вот это такое? Два раза пытался выстрелить. Так, я даже, наверное, дождусь апгрейда в каске. Можно стоять для захвата города. Ну, Такамацу ему очень сложно защищать, конечно. Не знаю, я, конечно, тут потерял два корпуса чисто на фастклике. А два только, смотрите, как территорию присоединяла. Где это Такамацу, наверное, следующим ходом? Все. Собрать эти болота. Боже, я этим скаутом не ходил хрен знает сколько времени. Неужто я успел походить? Вау. А, каски слабые? Ну тогда ладно. Лучше на танке. Ну, я просто в переработку иду, конкретно в нефть. Да, тем более у меня кирасы есть. Действительно. Ну блин, ну вот опять ты стал, ну... Ты ж мешаешься, реально. Вот, у него еще фрегаты стоят. Охренеть.
Ой. Мне вообще надо священных мест построить. У меня нормальная религия. Имхо. Скаут. Ясно. А, мне скаута убили кто-то. Я решил, что мне уже японец кого-то убил. А на тебя мой генерал работает или нет? На кого? Да, мой генерал. Они союзникам дают бонус генерала или нет? Я не вижу бонуса от твоего генерала. А у тебя вообще генерал какой эпохи? Сейчас посмотрю. А где на нем написано? Ну, пассивная способность. Он дает плюс 5 силы и плюс 1 ренессансу и индустриальной эре. Значит, на союзника не работает. Я построил, а не апнул, если что. Может, поставим чуть больше в гемине? Да нормально, динамичненько.
Отлично. Я, конечно, не успеваю ни хрена, но тем не менее. Тут пройти не могу. А, тут зона контроля, а тут нету дороги. Хорошо, но у меня же должны быть... А, и генерал не влияет на все. Ясно. Генерал на эту фигню уже не влияет. Хорошо, что монитор Наску не нашли. Блин. Что-то хочется построить. А, блин. Выжил. А, я ж могу этим. Он начал делать... Японец. Ладно. Так, Феанор, японец на меня напал. Я напал исключительно в целях защиты Кабула. Ну, это в смысле в защиты Кабула. Ты мне даже ничего не говорил по поводу Кабула. Ты просто напал. Кабул мой братишка со старта игры.
Не, ну, Такамацу я 100% заберу. Потому что это город просто даже на моей территории. А дальше можно мириться. В смысле, он на твоей территории? Ну, ты с него напал на меня. Прям с него, вот прям он входит в эту. То есть я не собираюсь его оставлять, чтобы мне потом еще раз так нападали. Ты, Феанор, лучше вон с Испанией меры прими. Наконец-то пригород могу построить, чтобы Лукдунум, чтобы Лукдунум хоть как-то рос. Так, смотрим на энергию. А, еще не... А, не, работает, все работает. Да, до всех городов дотягиваюсь своих. Отлично. Разрушили. Пригороды надо ставить. Ну, в принципе, нормально пока. Ну что, Япония, мир?
не Япония, не будет ответа, да? Я говорю, хрен его знает. Да, где у нас нефть есть? В итоге, кстати, этот великий человек мне очень в тему оказался, потому что у меня вообще нету нефти, зато я 3 нефти имею сейчас. Благодаря тому, что он у меня есть. Решил все мне разграбить. Так, ну нам надо самолеты. Так, что сюда? Производство внутренних не хочу. Либерализм давайте. И логистику. Так, строителей, наверное, пока оставлю. Мобилизация. Ты поглаживаешь, а он покусывает. Так, на этом серию завершу. Скауты все-таки.